Сотрудники Ивановского ГИБДД организовали рейд, направленный на выявление нарушителей среди водителей маршрутных такси. Под проверкой оказался маршрут номер 15, железобетонный комбинат, площадь Пушкина. Мы проводим рейды как открытые, так и скрытые. Сегодня мы проводили скрытое патрулирование, то есть наши инспекторы, одетые в гражданскую форму одежды, садились в маршрутку и ехали, выявляли нарушения, которые водитель допускает по ходу движения. А после этого мы проверяем техническое состояние транспортного средства, поскольку также оно вызывает нарекания сотрудников госавтоинспекции, и таким образом выписываем штрафы водителю транспортного средства и его работодателю. Первая проверка и первое нарушение. Этот водитель оштрафован за то, что пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. А у этого водителя сегодня определенно неудачный день. Инспекторы выявили целый ряд нарушений. Перегрузку транспортного средства, проезд на красный сигнал светофора, остановку на пешеходном переходе и непристегнутых пассажиров. Этому маршрутчику придется заплатить штраф в размере 2300 рублей. Практически у всех водителей транспортных средств выявлены такие нарушения, как перегруз. И второе распространенное – это неиспользование ремней безопасности пассажирами. Сотрудники госавтоинспекции проверяли у микроавтобусов исправность звукового сигнала, наличие в салоне аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, а также смотрели, не заблокирован ли запасной выход. Кроме того, пассажир маршрутки обязан быть пристегнут. Если вы едете на переднем сиденье, вы обязаны пристегнуться ремнем безопасности. Очень часто пассажиры не обнаруживают наличие карабина и не пристегиваются, наматывая ремень на руку. Это дает сотрудникам ДПС иллюзию того, что пассажир пристегнут, а самому пассажиру, к сожалению, не дает никаких гарантий на его здоровье. В результате рейда все водители, подвергшиеся проверке, были оштрафованы за непристегнутые пассажирами ремни безопасности. Маршрутчики надеются, что в законодательство будут внесены изменения, и отвечать перед автоинспекторами за подобное нарушение будут сами пассажиры. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.